Дорогое удовольствие, Королева сделала неожиданное признание о Николаеве. Развод с первым мужем певицу чуть не обанкротил. С Игорем Николаевым Наташа Королева прожила 9 лет. И это были самые успешные годы в ее карьере. Песня «Маленькая страна» звучала из каждого радио. Гонорары за концерты лились рекой, неудивительно, что в конце 90-х певица прикупила себе квартирку в Майами. Сейчас у жены Тарзана в Америке недвижимости нет, а покупать новую Наташа не планирует, боится, что не потянет. На выставке своего мужа, а по совместительству художника Королева призналась, куда ушли ее заокеанские апартаменты. Содержать квартиру в Майами – удовольствие дорогое. А мое первое и последнее собственное жилье в Майами было приобретено в первом браке и после развода благополучно оставлено мужу Игорю Николаеву. Неожиданно призналась Наташа Королева в комментарии для портала «Тни».